мы на канале Гекта Лайф, и сейчас 8:30 утра. Сегодня у Димона день рождения, сегодня 13 сентября. Ему исполняется 11 лет, родился он в 18:55, так что да, официальный день рождения будет вот именно в это время. Ну, чтобы да, прям досконально, то 13 сентября, 18:55, да, Тобушка уже с утра Диму поздравил тоже, он подошел к его ножкам и начал их ласкать, и прям не отходил, долго-долго, обычно он, в принципе, так не делает, вот, так что поздравлял. В 8 утра я проводила Димона в школу, и, видите, сейчас объясню, что это за беспорядок, буква «Д» вам видна, так. Правильно, я подготавливаюсь к его дню рождения, делаю сейчас надпись на стене. И минут за 20 где-то я сделала уже вот такую надпись. Что-то S вообще не видно, вот отсвечивает. Очень так красиво получается. Сейчас продолжим внизу слово. Рождение. Восклицательных знаков наделаем. Затем мы сходим, купим свечей. Вчера съездили за тортом в Палыча, к Палычу. Вот, нам очень нравится сладкий зоопарк. Дима вообще торты не любит, а сладкий зоопарк ничего, оценил. Поэтому, хотя он даже сейчас говорил, не надо, не хочу торт, ему все это не интересно, он парень, тем более уже взрослый. И вообще он сказал, что я хочу пиццы, да, то есть такой все-таки уже подростковый день рождения. Мы не привыкли кого-то приглашать, и поэтому будем справлять в семейном кругу. И что касается, кстати, не только мы не любим, да, там с мужем, нет. А именно Димон сам, он не любит вот этот кипиш, да, он очень скромный мальчик по натуре, поэтому будем втроем, он будет абсолютно счастлив. А скоро к нему подъедет подарок с курьером, я не знаю, как получится до того, как он придет из школы, или же прям не знаю, как он придет, сразу получит, или во сколько, неизвестно пока, ну ладно. А заказывать пиццу мы будем в Империя Пицца, а я сейчас продолжу дальше вырезать буковки. Ну что ж, все оставшиеся буквы я вырезала и выложила в слово. R, как вы помните, у нас вот там. Так что осталось это все только поместить на стену, прикрепить с помощью скотча. Та-дам! Вот что в итоге получилось. Очень красиво, празднично. И вот если мы сейчас найдем шарики, я еще так по бокам шарики приклею, будет просто потрясающе выглядеть. И мне было бы очень приятно такое увидеть, если бы для меня такое сделали. Да. Сейчас я занимаюсь глажкой. Затем планирую прибраться в комнате. Ну, а следом уже будем окончательно комнату подготавливать для к приходу, вернее, Димошки. Я с утюгом интересную вещь придумала. Смотрите, здесь же добавляется вода. Ну, все, наверное, знают, в современных утюгах обычно есть везде эта функция. Это для того, чтобы был пар. Ну, чтобы, соответственно, вещи можно было разгладить лучше. Я, знаете, что придумала? И что меня, в общем-то, навело на это? У меня муж тут недавно на своем рюкзаке наклейку делал, там, где у него появилась дырочка, делал термонаклейку, и для нее просто необходимо было использовать утюг. И вот после того, как он использовал, у меня утюг, когда начал пар выдавать, стал пахнуть сжёным полиэтиленом. Это ужасно. И вот у меня появилась идея, прежде чем добавлять сюда воду, я воду набрызгиваю парфюмерной воды. И теперь на всю комнату пахнет вкусно-вкусно вот этим ароматом. Flora by Gucci Generous Violet. Я очень люблю этот аромат. Он нежный, женственный, благородный и аристократичный. На всю комнату благоухает этим приятным ароматом. Так что берите на заметку такой вот лайфхак от меня. Как сделать ароматизированными вещи при глажке. У-ху! В итоге подарки приехали еще до прихода Димона из школы, поэтому сейчас после магазина мы будем думать, куда его пристроить, так, чтобы Диме было вдвойне приятно. А здесь причем есть подарки, которые он даже не ждал. Один он, да, сознательно очень хотел, причем вот Лего Майнкрафт, то, что он хотел, он перехотел, увидев тот подарок, который здесь сейчас. Они с папой смотрели. И он сказал, что да,
Все-таки он хочет именно этот, и что тот майнкрафтовский уже ему совершенно не интересен. И в итоге он получит, как я уже сказала ранее, еще два подарочка. Не, ну как, один подарок еще мы сделали сами, и он не знает о нем, а второй от магазина подарок. Вот, он, конечно, небольшой, но все-таки. Вот такие дела, пойдемте в магазин, наконец-то. Я заметила, что забыла сделать восклицательные знаки, поэтому как только вернемся, надо будет исправить это досадное недоразумение. Мы в Красном Кубе ищем. Здесь, кстати, хорошие скидочки. Какую красоту. И свечи здесь только вот такие циферки. Теперь в Комусе. Мне нужно посмотреть гелевые ручки. Карандаши, возможно. Ну что ж, теперь я вам покажу небольшой обзор покупок. В Красном Кубе в итоге я приобрела вот такие часики на кухню. Очень красивые. Я уже брала у них будильник. И там отличный механизм. Он, в общем-то, не сбивался ни разу. Ходят они верно. Так что я доверяю часам в Красном Кубе. Вот. Ну, стильные, маленькие, правда. А, плюс, знаете что, я списала баллы. Полная стоимость была 640 рублей, в принципе, недорого. Вот, я списала баллы 190 рублей, так что мне вообще получается очень-очень выгодная покупка. Так, что у нас написано? Часы настенные, настольные. А, то есть их даже ставить можно. Так, Италия. Май 2016 изготовлены. Вот так. Ну, такая красота. А, далее, для ребенка мы приобрели шарики. Вот. Шарики с рисунком, вот эти такие привиденцы милые, особенно белые меня порадовало. И, конечно же, надпись «С днем рождения» мы взяли, ну, конечно, так, в первую очередь это фиолетовый, ну и вот Рома сказал, давай возьмем красный. Ты зачем сказал, давай возьмем красный? День рождения все-таки это день красный. Мне кажется, красный это как-то девочки, ну ладно, неважно, впрочем, красный цвет Дима в целом-то любит. Ну вот, так что ладно, сейчас праздник, папа будет их надувать. Вот, потом я присоединюсь. Давай, а потом, ну, приходи, свечи на торт взяли за 85 рублей, но, как вы поняли, не в Красном Кубе, а там в палаточке подошли, купили хорошие свечи. Ну, в принципе, вполне обычные. Так, с подставочками тут. Birthday candy set. И комус. Так, на фоне у нас будет дуться. Такой рисуночек получается. Такая прелесть. Ну, а я сейчас вам быстренько покажу, что еще в Комусе мы приобрели. Мэппет. Вы знаете, да, что я брала эти карандаши. Здесь 12 карандашей, но 24 цвета. Потому что с двух сторон качество отличное. И тиду. И да, я взяла с любовью магнитные закладки для книг. Вот такие вот. Очень красивые. Теперь я их стала коллекционировать благодаря Роме, который мне показал магнитные закладки, когда мы ездили покупать ребенку, ну, докупать, в общем, для музыкальной школы литературу. Вот такие взяла закладочки, милые, хорошенькие. Ну, я бы не сказала, что это шедевр, а вот эти прям можно назвать, если не шедевром, то, по крайней мере, произведением искусства. Такие красивые, супер. Да, ну это все. А, я вам еще покажу, так как вы не видели. Если в Инстаграме, то видели, а по камере нет. У меня кот, как обычно, уже планирует нападение. В общем, такая закладка голографическая с сердечками. Голубая, так, ну да, не голубая, а сине-голубая с цветочками, прелесть просто. И вот это очень живописная закладочка. Хорошего качества, Никс. Супер плотные такие. Мне очень понравились. Так что вот такие у нас сейчас были покупки. Будем готовиться дальше ко дню рождения. Плюс еще надо сейчас сделать заказ, успеть. И пойдемте я вам продуктовые покупки покажу быстренько. Еще маленький. О, с днем рождения! О, классно, здесь еще машина. Смотрите, все в тему, все в тему. Зашли мы в Биллу, там сейчас, как я уже говорила, много хороших акций. А, взяли мороженое, вот лакомка. 19 рублей одно стоит по акции. Это вообще, по-моему, 14. Ля Фам, варенка и крем-брюле. И плюс вот муж взял румбабу. То же самое, как бы, по акции.
14 рублей, это одна. А плюс взяли соков, добрый томат и сады Придонья. Это у нас яблоко прямого отжима, то есть яблоко без добавления сахара. Плюс я Альтера взяла кукурузное масло, не первый раз беру, очень классное. И на затравочку, пока будет ехать пиццы, мы вот взяли вот эти, перекусить. Это сыр, базилик и помидор, как я вот могу наблюдать. И, конечно же, куда без праздничного напитка, так сказать, надо же выпить за сына. Вот особая талка, произведена в Сибири. Зерновой спирт люкс, между прочим, настой сибирских трав на талой воде. То есть водка должна быть очень хорошей. Молоко, 6 упаковок, домик в деревне, 3,2%. Так, и вот муж у меня любит вот эти чебупели, гадость, та еще горячая штучка. Ну, то есть понимаете, что это вредновато вообще. Но Рома их любит. Но они вредные. Ну так, более-менее, я бы не сказала, что это шедевр, но можно сказать, что они так вкусненькие, если хорошо приготовить. Вот. Но все равно они вредные, а это как бы меня больше беспокоит, чем какая-то их вкусность. Я бы не стала увлекаться подобными. Вот. Ну иногда можно так, не знаю, к определенному чему-нибудь, настроению какому-нибудь и так далее. Ладно, все, сейчас уже придет Димон. Ждем его с нетерпением. Пойдем думать, куда деть его подарочек временно. И плюс нам надо и тортик подготовить. И так далее, да? Вот так у нас все получилось. И теперь ждем Димона и его реакцию. С днем рождения еще раз. Ну зачем? Как тебе наше приготовление? Ну это хорошо. Ну что скажешь, милый школьник? Нормально. Именинник. Классно. Понравилось тебе, как мы тебя подготовили? Спасибо. Пожалуйста. И Максим мне тоже обо мне позаботился. Это мой друг, да. Он мне подарил денежки. Такие вот денежные. 500 рублей. Вот так вот. Да елки, он вообще куда-то все дальше и дальше. Круто! Ай, я не могу. Какой хорошенький шарик. А теперь на ним. Это тут отклеивается нам. О, смотрите. Прям такое привидение на стенке висит. Смотри, Димон. Димка, пойдем пиццу заказывать. Mm-hmm. Пошли. Ну пицца. Что ж, да, сейчас вот выбираем пиццу. 4 сыра. Димон нет, вот вообще с сырами нет, любит обычно. Это я не хочу. Жульетта выглядит весьма аппетитно. Нет. Шагрубленный жульен. Только там особого наполнения нету. Шампиньон в сливочном соусе, сыр, моцарелла, зелень. Семушка. Как выглядит. Так, давай я не дальше. Могу выбрать. С оливками аппетитно выглядит. Это какая зайчонка? Вот, ну, я не хочу. Да, она вегетарианская, поэтому. Нифига, тут сложно. Вкусная, Дима брал такой, это закрытая пицца. Диме да. Очень понравилось. Да, Димочка? Вниз. А. Чили, пицца. Ну, это все острое. Кроме Дары Мори. Кстати, Дары Мори брала. Мне нравится, но она суховата, и там эти ракушки попадаются. Вниз. Периодически. Империя. Да. А, империя. А, ну вот последнее мясное ассорти просто. Тогда давай деревенскую эту. Деревенскую. Я тоже за. Вот, ладно, сейчас будем заказывать. Потом, когда все привезут, ну что ж, наш молодежный стол подготовлен. А здесь 11 свечей, разумеется. Вот, выбирали мы еще именно отдельно свечки, а не циферкой, потому что отдельно выглядит гораздо интереснее. Задувать их тоже зачетнее. А здесь вот пиццы. Давайте я вам покажу, что мы заказали. Значит, эх, я решила... Ой, они же, да, пошли они здесь. Я решила Жульетту заказать. Вот она, кстати, и есть. Первая. Вот, будем пробовать, все такое горяченькое, я только приехала. Так, это, видимо, деревенская, которая по акции шла. Вот, но деревенская была по такой акции, что нельзя, допустим, две взять и больше. Вот, и поэтому все-таки мы нашли, там большая была в наличии, взяли одну большую. А вот эта пицца дракон,
Стаканы шумят. Птица-дракон, это уже муж выбрал себе. Она, как вы понимаете, остренькая. Ну, запах такой приятный, кстати. Может, я у него стащу кусок, хотя я не люблю острые. Посмотрим, если не сильно острые. И в этой вот большой коробке, ну, для сравнения, там мой маленький, вот, а это уже такая большая. То есть это средняя та пицца снизу. Вот, но по сравнению с этой большой коробкой, она кажется даже маленькой. И вот это тоже у нас деревенская большая. Из напитков мы взяли вот томатный сок, Димон очень его любит. А также вот муж взял яблочный. Яблочный я люблю, пьет муж. Стаканы тут подготовлены, которые звенели, шумели. Ну, в общем, будем сейчас приглашать Диму за стол. Зажжем свечи, он задует свечи и загадает желание нам. И получит свои подарки. Ну что ж, зажигаем свечи. Та-дам! Ну что ж, Диман, загадывай желание и задувай свои 11 свечек. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения тебя! Ура! Похлопай, папочка. Да. Ну, сейчас теперь Пулечка. Всего тебе самого замечательного желаем, самого прекрасного, чтобы все твои мечты сбылись и желания, и чтобы ты хорошо учился на 5 и 4. Будь умничкой. Хорошо. А сейчас мы будем праздновать, и вот Димон уже начинает брать пиццу. Надеюсь, деревенскую? Да, деревенскую. Как тебе, Димуль? Вкусно. Ну вот. Ладно, пока отключаемся. Давай. А вот и подарок. Ну, Дима. Спасибо. Ну, здоровье. Посмотри, что у тебя там. Что у тебя там? Посмотри, какой подарок. Машина. Машина. Только вот ее главная картинка. Класс, тебе понравилось? Ага. Это не ожидал, да, увидеть? Да. И вот такая, вот такой вот гигантский сыр. Ну-ка, ну-ка. И это еще не все. Какая красота, супер, смотрите. И вот такой чувачок. Вау. Папа сказал, что он тебя похож. Да? Да. Вот такие крутые у нас подарки, да, Димуль? Угу. Ты доволен? Угу. Рад? Ну, это самое главное. Всем пока! We all have wings, but no one's too fly. For too long to get rid of this loneliness, but all this time I felt alone. I just became unfocused on what's wrong and what's right, and on my purpose in life. You.